Всем привет! Хочу рассказать вам об электроцилиндрах серии ЭЦРГВ для управления направляющим аппаратом гидротурбин. Данные электроцилиндры полностью разработаны и произведены в России силами нашей компании. Линейка электроцилиндров серии ЭЦРГВ оптимизирована для замены типовых гидравлических регуляторов советского производства и применима для регулирования направляющих аппаратов гидротурбин мощностью до 40 МВт. Мы уже установили и обслуживаем приводы на агрегатах Белореченской, Палеозерской и Кондопольской гидроэлектростанций. Сейчас идут работы на Изминской ГЭС. Основой конструкции электроцилиндра является шариковая винтовая передача высокой грузоподъемности. ШВП не имеет эффекта самоторможения, а следовательно не препятствует закрытию направляющего аппарата в аварийных режимах работы. Высокомоментный синхронный электродвигатель с постоянными магнитами установлен непосредственно на винте передачи. Возможность дублирования обмоток статора позволяет выполнить резервирование привода. Герметичность корпуса обеспечивает высококачественный блок уплотнений системы сбора утечек. Внедрение системы принудительной смазки позволило снизить периодичность технического обслуживания агрегата и затраты на смазочные материалы. Среди основных преимуществ электроцилиндров серии ЭЦРГВ – возможность полного отказа от масляного хозяйства, что существенно снижает эксплуатационные расходы и риски загрязнения окружающей среды, высокая точность позиционирования, простота монтажа и ввода в эксплуатацию на объекте, минимальное техническое обслуживание. Электроцилиндры легко интегрируются в существующую систему управления на объекте, о чем вам расскажет специалист СУТП Елизавета. Елизавета? Наша компания предлагает систему управления нижнего уровня, ПТК электроцилиндры. Система разработана и производится в России, является полностью русскоязычным продуктом и не требует дополнительного программирования. Подробнее о нашей продукции вы можете узнать в демозале компании. Мы ждем вас!